Алина Кшамбанди – студент первого курса архитектурно-строительного факультета. Юноша уже принимал участие в конкурсах студенческого городка. Взяв первое место в конкурсе «Лучшая комната», Али решил вновь побаловать членов жюри и зрителей своим турецким кулинарным шедевром. Называется кали, это турецкая еда. Вот из всего филе мяса и вот лук и перец. Убранные волосы, фартук и оригинальное название своих блюд – вот главные требования для пар участников кулинарного поединка. За полтора часа студенты 9 общежитий должны приготовить 2 блюда – горячий или салат и десерт. Организаторы предоставили определенный список продуктов. Также каждый участник мог использовать лишь один свой ингредиент. Дали очень много всего интересного. Ветчину, курицу, сыр, огурец, перец. Члены жюри, преподаватели кафедры технологии и организации питания, шеф-повар и руководители крупных ресторанов Челябинска. Здесь, я так понимаю, студенты, которые собственноручно, да, там свои изобретения какие-то, свою какую-то идею будут воплощать. Поэтому с позиции, наверное, все-таки эстетики, как это будет блюдо преподнесено, да, и вкусовых качеств блюда. Также у участников в преддверии Пасхи домашним заданием было оформление пасхального яйца. Внутри есть пасхальный кролик, я сейчас его достану. Вот пасхальный кролик. После того, как закончится кулинарный поединок, ваши рецепты мы постараемся собрать. У нас голубая мечта издать методичку такую, чтобы когда заселится первый курс, мы на кухнях сделали такое. Вот пожелание, вот то, что вы можете приготовить.